Так, объем мы высчитали. Значит, нам примерно нужно 100 литров воды. Оп. Так, берем воду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Идем заливать. Раз, два, три, четыре, пять. Ты где там? Ты будешь помогать или нет? У меня тут пока свои дела на ближайшие две минутки. Ты там продолжай заполнять сральник, я сейчас скоро приду, хорошо? Да я не смогу одна заполнить, тут столько воды надо, я не смогу. Давай, давай, ты справишься, мать, у меня просто делишки немножко поважнее есть, я сейчас приду, сейчас. Давай быстрее, давай, пожалуйста. Давай, 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 мне просто тут надо кое-что скрафтить. Ты даже там не спрашиваешь, что, просто сюрприз такой небольшой, Кать. Твои сюрпризы меня в последнее время очень сильно пугают, так что давай. Сейчас все будет. Так, это у нас получается розовый, получается. Еще один розовый, еще один розовый. Катя, у меня сейчас столько всего розового будет, ты себе даже не представляешь, сколько. Розовое, говоришь? Да, 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 говорю розовое. Так, значит, четвертый получается. Ага, и вот еще вот так. Надеюсь, то, что мне уровня хватит. Так. Мне кажется, знаю, о чем ты. А я, не, я сомневаюсь, что ты о чем-то знаешь. Так, это у нас готово. Я все знаю. Да ничего ты не знаешь, что ты знаешь. Ну давай поделись, что ты знаешь, а? А, да не, не, ничего, ничего. А, ну вот тогда хорошо. Так, в общем, я все подготовил, у нас все вроде как готово. Так, ага, защита, хорошо. Так, я сейчас тебе быстренько приду, подожди. Давай, захвати ведра с водой. А, уже поздно, я уже плыву, точнее, не лечу, а плыву. Ну, так по пути воду забери. Ну чё ты, давай рассказывай, чё ты там со своим сральником-то делаешь, вот последние два дня только вот с ним там чё-то и возится. Кать! Я тут знаешь, что придумала? Мой сральник самый уникальный в мире Майнкрафта сральник, поэтому он не должен просто так без дела тут пропадать, стоять и так далее. Так вот. Подожди, изначально не твой сральник, а наш сральник, вообще-то я его полностью весь строил, ты просто смотрела. Это мой сральник? Это мой сральник. А мой труд, я его строил. Ты, конечно, огромный молодец, но сральник мой. Так вот, послушай меня. Значится. В общем, я решила, что все те, кто подпишется на канал, смогут бесплатно, безлимитно проходить в мой сральник на экскурсии. И я лично буду их там проводить. А те, кто не подпишется, ну, в принципе, могут вон там, вон с той коровой поиграть, вон там на лужайке. Я не против. Ага, то есть, подожди, ты решила для подписчиков устроить такое мероприятие, то что каждый тот, кто подписан на канал, может приходить и посещать твой сральник, а ты типа экскурсоводом будешь, что ли? Да, как тебе? М? То есть, ты реально думаешь, вот просто, подожди секундочку, то есть, ты готов подписаться на канал только для того, чтобы посетить Катин золотой сральник? Ты реально думаешь, что кто-то из-за этого подпишется на канал? Да, да, подпишись, напиши в комментариях, что ты подписался только ради сральника, пожалуйста. Слушай, мне даже интересно, подпишется ли кто-то вот прямо сейчас из золотого сральника? Это, конечно, все круто. Да, ты уверена, это хорошо, золотой сральник и все остальное. Но, Кать, сральник сральником, а вот подарки на одном сральнике никогда не заканчиваются. Пройдемте, пожалуйста, за мной. Я там кое-что придумал во вчерашней серии. Вот кое-что вот такое небольшое. Ты же любишь подарки? Да, люблю, ты любишь подарки? Люблю подарки. Любишь подарки, хорошо. Сральник с сральником, я тебе потом помогу его обустроить. У нас будет выглядеть даже лучше, чем какая-то там Эйфелева башня, чем статуя свободы в Америке. Кать, пройдем, пожалуйста. Ты же не смотрела вчерашний ролик, который вышел на канале? Нет, я вчера весь день на работе была с утра до вечера. А, ну значит, хорошо. Тогда прошу, пройдемте за мной. Я кое-что тебе построил, очень даже интересное. Пошли. Не-не-не-не-не, я не пойду. Вот сюда давай внутрь. Я туда не пойду больше, ты нет. Да, в прошлый раз, да, здесь взорвался, но я хочу извиниться за предыдущий троллинг, Кать! Я не пойду туда ни в коем случае, все, я пошла домой спать, сейчас только возьму поесть что-нибудь. Да это извинение! Нет! Что? Я милку профукала, ее здесь нет! Какую милку ты профукала? У нас одна милка в этом доме, тупица, где кошка моя? Да где-то просто сорвалась с поводка, где-то там бегает по палубе, вот на этом корабле. Она никогда не была на поводке. Где кошка? Слушай, а у меня такие есть предположения, я же построил там что-то внутри, вот в этом подвале, а вдруг если она туда убежала? Я, кстати, видел то, что она куда-то бежала вот в ту сторону.
ты видел, что она бежала в другую сторону и не сделал ничего, чтобы она не потерялась? Да не, у меня просто башка в тот момент другим была забита, я думал только о твоем золотом сральнике. Я видел, там кош какая-то бежит, кош! Я думал, это другой кош, а не твой. Будешь спать, я тебя обставлю ТНТ и подожгу. Ясно? Пошли за мной, я уверен, то, что она там, честно! Вот пошли, если кошки там не будет, я подорву твою шахту эту подземную всем, чем только можно. Не надо ее ничем подрывать. Давай за мной. Вот я обезопашу твою опасность. Безопасность обезопашу опасностью. Какой Паша? Пойдем быстрее кошку искать. Какой Паша? Так, подожди, давай я первый иду, ты за мной. Ты думаешь, что здесь что-то страшное будет? Здесь мой сюрприз. А вот Милка, наверное, просто сюда случайно убежала. Просто ей тоже стало интересно, что за сюрприз. Пошли. Да-да, я знаю свою кошку, она никогда не уйдет со своей оранжевой кровати. Ёпрос, это что это? Это вход туда, куда нам надо пройти. Как меня вот эти вот твои шутки бесят уже. Сейчас я открою, а там, я не знаю... Я уже даже не могу представить, что ты можешь для меня приготовить. Стань, пожалуйста, вот здесь. Стань возле лестницы и смотри на дверь. На раз, два, три, Авада Кедавра, и все у нас открывается. Давай. Раз, два, четыре. Ёпарас, это как это? Это магия механизмов Майнкрафта, смотри. Офигеть, я хочу, чтобы у нас в доме также открывалось. Это, знаешь, как потайная комната, как в Гарри Поттере. Заходи, Катюх. А чё здесь так красиво? Вау. Диван? Диван. С этой стороны у нас стол для бильярда. И посмотри туда. Кто там сидит перед тобой-то? Моя зайка, что ты здесь делаешь? Она на поводке. Она не могла сама себя привязать на поводок. Хорошо, это я ее сюда притащил, да, но я ее притащил, потому что здесь безопасно. Здесь безопасность выше всякой любой другой безопасности. Посмотри, какая кровать здесь чудесная. Понятно. Неплохо, мягкая-мягкая. Посмотри. Кошечка моя. Посмотри, возле кровати... Сундук секретный просто. Просто секретный сундук. Но, Кать, это еще не все. Это не все, что я тебе приготовил. Встань, пожалуйста, вот здесь рядом, возле этой розовой просто бестии. Встань вот здесь. Встаю, да. От всего моего сердечка, от всей моей души я решил принести тебе извинения за мой предыдущий троллинг, который не очень удался. Он не удался из-за того, что... Меня тебе спалили подписчики и рассказали про весь мой троллинг. Поэтому я так посидел, подумал, то, что ну, мне нет смысла больше тебя троллить, потому что в любом случае подписчики всегда тебе меня палят. Меня тебя. Я поняла, можешь не продолжать. В качестве вот этих всех извинений я решил приготовить тебе вот этот маленький такой сюрприз. Это полностью розово-зачаренная броня на выходной день. В этой броне ты будешь выходить только на свидание, на какой-то бал, пир, тусовки и дискотеки. Это выходной твой костюм. Слушай, ну выглядит потрясно. А как, это бренд какой? Это бренд Minecraft Gucci Louis Vuitton. Gucci Louis Vuitton? Неплохо. Слушай, а ты можешь примерить? Я хочу посмотреть, как на тебе это будет сидеть. В смысле мне примерить? Я хочу посмотреть, как со стороны это будет выглядеть. Подожди, это же женский костюм, мне-то зачем мерить? Я тебе его дарю, просто бери, надевай и все. Ну, у нас в Майнкрафте нет зеркал, я не могу надеть и посмотреть на себя. Так я ты хочу, на F5, на F5 нажми, и ты сможешь посмотреть со стороны. Да это не то совсем будет, я хочу вот посмотреть в реале, как будто вот это я надела, а ты это я. Давай, надевай. Надевай, говорю. Давай, вот ты наденешь, я тебе скажу, как все смотрится со стороны. Я уверен, что тебе понравится, прям на все 100%. Надевай, чего ты так ломаешься? Так мне розовый цвет, в принципе, не нравится. Да тебе-то пофиг, что надевать должно быть. Это я просто хочу посмотреть, давай. Мне кажется, что ты что-то скрываешь от меня, да? Я ничего не скрываю, я тебе подарил броньку. Тогда надень. Ты что, не хочешь мой подарок принимать? Надень броньку и просто посмотрю, и потом примерю ее тоже. Подожди, вопрос. Тебе никто ничего не говорил случайно? Мне? Кто? Хорошо. Ты хочешь убедиться, то, что, ну, просто чтобы я надел ее, и ты со стороны посмотрела, как она выглядит, да? Да,
да, просто, всё, я просто взгляну, и можешь сразу же ее снять и отдать мне. Хорошо, хорошо, хорошо. Только смотри, Кать, если ты не знала, броньку со стенда надо надевать, смотри как. Ты берешь, да, вот смотри, правой кнопкой, вот так, видишь? Ага. И сразу же правой кнопкой надо надевать вот этот шлем на себя. Вот примерно как-то, вот, вот так, видишь? Вот, надел. Берешь вот это. Берешь вот это. И надеваешь. Видишь? Угу. Берешь, да, вот это. И надеваешь. Ну, хорошо. В принципе, выглядит неплохо, нормально. Ну, давай, снимай. Тебе нравится? Вот, мне видишь? Мне нравится, снимай. Хорошо, вот смотри. А, вот. Ага, вот. И вот. Вот, все готово. Ты так вот легко снял. В смысле, я взял, надел и взял, снял. Вот сейчас беру, надеваю обратно, надеваю обратно и надеваю обратно. Все, бери, снимай, меряй. Я тебе говорю, хорошая бронька, розовая. Еще и светится, переливается. Сейчас я что-то вообще ничего не поняла. Милка, ты это видела? Кать. Он вообще-то... Ты меня подозреваешь в чем-то, не могу понять? Вот, я все работает. Я тебя всегда в чем-то подозреваю. Ладно, хорошо. Только сними сначала свою броньку сними. А. Крылья там, труханы, вот это все. Сейчас сниму. Так. Ага. Ага, всё? Правой кнопкой сразу же надевай. Хорошо. Сейчас раз. Другой правой кнопкой надевай, третья правой кнопкой и четвертая правой кнопкой. Ты смотри, какая красавица, ты прям в темноте светишься, даже Милке нравится. Ну вот как? Ну вот зеркало поставь, ну вот где-нибудь вот здесь. Я хочу посмотреть на себя. Да я тебе никак зеркало не могу поставить. Ну ты на F5 нажми и посмотри. F5, Ctrl... Ага, вот, все. Вау, круто. Так, а теперь самое главное. Что? Стой здесь, отойди, отойди. Хорошо, отхожу, давай. Вот я такая здесь походила, что-нибудь в сумочки положила, Милку погладила, и хочу пойти прилечь. Ага, ага. И вот захочу поставить на этот стенд свою броньку. Ага. Проклятие несъемности. Ах ты, зараза, а такая, ёпарасота, как ты это сделал? В смысле? Так, кожаный шлем, дополнительная кожаная куртка и вот кожаный штаны. Смотри, я сказал кожаная куртка. Да, окурок кожаный, хорошо. Ну вот, как красиво все выглядит. У тебя кожаный. Я не могу снять ее. Да, ты ее сейчас не сможешь снять еще примерно где-то 5 серий выживания. Будешь вот ходить в кожаной зачаренной броне. Ну, с одной стороны, это очень мило, а с другой стороны, ты опять меня... Затроллил, ты такая ты пописяка. Подожди, а? Подожди, стой, стой там, не приближайся. Признайся то, что тебе подписчики сказали, то, что я собираюсь тебя троллить. Конечно, у меня весь директ в Инстаграме взорвался так, что просто пипец, везде, на каждом шагу. Катя, не верь Эдисону, он тебя опять затроллить хочет, там броня, там она не, значит, не снимется с тебя. Вот она не снимается. Она не снимается, ты такая... А я им говорил, то, что нет смысла в этот раз меня палить. Я знаю то, что есть некоторые пипучные пипуки, которые сразу же бегут и начинают на меня жаловаться. Ты видишь, какую многоходовочку я продумал. Смотри, какой на мне костюм. Это дополнительный костюм, чтобы тебя второй раз обмануть. Просто, ну вот почему у тебя не возник вот такой мысли? Сделать действительно хороший подарок своей девушке. Подарил бы мне нормальную розовую зачарованную броню. Я бы ее реально надевала просто, чтобы вот покрасоваться, ну, туда-сюда. Да. А сейчас что? Ну а зачем? Сейчас, ну... сейчас ты примерно 5-10 серий и не сможешь ее даже снять. Она реально не снимается. Вот не нажимаю, но не снимается. Да как такое вообще возможно в Майнкрафте-то? Так как... Я же крылья не смогу надеть даже. Кстати, да, ты даже летать не сможешь. Ладно, мне, Кать, даже летать не смогу. Я тебе предлагаю там хорошо время провести с Милкой, корми ее там, ухаживай. Все, Кать, а мне надо идти делами заниматься. Удачи тебе. А ты знаешь, на самом деле твой троллинг фигня, и он не удался. Знаешь почему? Ну почему? Давай. Потому что бронька розовая, она мне нравится. Ну подумаешь, я буду 10 серий в ней ходить. И... Ну и что? Она сломается, и все. Так подожди, а троллинг-то на этом не заканчивается? В смысле не заканчивается? Пока!
Ты еще, 10, ты еще 10 серий здесь будешь сидеть, в этом подземелье, без еды. Поэтому за давай. Что? Эй, выпусти меня. Хорошо тебе тут время провести, Катютюсечка, а пока. У меня реально еды нет, одна морковка осталась. Да, да, все, что у тебя есть, это Милка. А вдруг она вкусная, попробую, я не знаю. Вот, и розовая броня, если она тебе так нравится, вот давай ты броню там и съешь. А я пойду, тут 10 серий буду сейчас в джакузи лежать, загорать и отдыхать. Офигеть, ты вообще подписяк. Выпусти! Выпусти быстро! Да. Иди скажи спасибо тем, кто спалил меня перед тобой. Тобой передо мной. Меня да я поняла. Вот. Всё, иди им скажи спасибо за то, что они не могут слова за собой держать и не палить меня, когда их прошу. Блин, ребята, вот что мне теперь делать? Тут только грибы, Милка и все, и кровать. Слушай, что мне здесь делать? Мне кажется, хороший суп получится. Ты... Грибы и Милка. Иди уже отсюда. Пырышки, пузырики, перики, пузырики.